А ведь предупреждал Владимир Путин всех. Когда это еще было? Ту, когда он еще премьером был, когда в девках ходил. В 2000-м там про сортиры. Нам помнится в вороне. Кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. А может быть собаке. А может быть корове. Му-му-му-му-му-му-му. Однажды повезло. Повезло это было. Пришел еще цароуминг. Лично умыется 200. А может быть и 300. А может полкило. Да-да-да. И на ель она взлетела. Да нет. Да может не взлетела. Коровы не летают, ты ж понимаешь. А может быть на пальму. С разбегу взобралась. И там она повесится. А может застрелиться. А может и зарезаться. Спокойно собралась. На колбасу. А что дальше было? Но тут Владимир Путин. Да, именно Владимир. Собрал всех операторов. А может, и не всех. Всех-всех-всех. А почем у вас тут роуминг? А который в сельской местности. А ну, снижай немедленно. Пока не выпал снег всем. А мы не можем? Послушайте барона. Ты кого ворона назвала? По счет от мегафона. Это реклама. А может, от Билайна. Еще одна реклама. Не верен ни шиша. Знаешь, что сейчас сделаю? Ну-ка, пожалуйте, с березы. Ух ты, какой грозный, да? А может, даже с елки. Короче, с вашей пальмы. С вот этого растения, да. Слезайте не спеша. Звонить сколько влезет. И громко лайте в трубку. А может быть, мычите. Коровы ведь мычат. Логично. Плюс интернет-мобильный. Порядки компенсации вам безлимитно включат. А может быть, включат. Душ нашему российскому роумингу. Идею этой сказки. А может, и не сказки. Любая монополия на веру принимай. Всем, кто девятки дорого, монету с населения, тому на шоке президент устроит. Ай-яй-яй! Кузькин мой.